Всем доброго времени суток. Интернет-магазин Electronov.ua представляет обзор мультиметра от компании Unit, модель UT136C. Unit 136C – это компактный измерительный прибор, который, несмотря на свои размеры, обладает солидным функционалом. Одним из основных его преимуществ можно назвать автоматический выбор режимов измерений. Это значительно упрощает работу с прибором, ведь необходимость самостоятельно определять диапазон проводимых измерений отсутствует. Вам нужно просто выбрать величину, например, напряжение, и прибор автоматически определит диапазон. В отличие от многих приборов, в своем классе UT136C может определять частоту, скважность сигнала и температуру, о чем говорит буква C в его названии. Кроме того, мультиметр способен проводить измерения основных величин постоянного и переменного напряжения до 500 вольт, постоянного и переменного тока до 10 ампер и сопротивления до 40 мегаом. Функции прозвонки цепи, проверки диодов и коэффициента измерения транзисторов также здесь реализованы. Также устройство автоматически отключается при длительном бездействии. Внешность у Unit UT136C традиционна. Пластиковый корпус помещен в защитный прорезиненный кожух. Элементы управления расположены на передней панели, а откидная ножка находится сзади. В комплект товара входит мультиметр, щупы, термопарокатипа, батарейка и инструкция по эксплуатации. В общем, мультиметр Unit UT136C можно назвать недорогим, простым в использовании и функциональным устройством. Компактные размеры, автоматический выбор режимов измерений и расширенный функционал ярко выделяют его среди конкурентов. Yeah.